Вот короткий экскурс по Пушкинскому театру. Меня охватывает особая гордость, потому что, как мы здесь видим, здесь на сцене этого театра выступала Образцова, Никита Высоцкий, вот. Айседора Дункан выступала на этой сцене. Вот ее снимок. Здесь целая галерея фотографий, старинный вариант театра Пушкинского и старый город Владивосток. Сцена действительно... Театр был построен в 1908 году. Вот такой вот стиль. Тут сейчас пока идет подготовка. Целая неделя у нас впереди. Здесь был Руаль Амуцен. А вот Петров писатель, адмирал Колчак. А вот такой театр с роялью. Вот. Здесь выступал джаз-оркестр Леонида Утесова, ансамбль Игоря Моисеева, «Березка». Здесь выступали также Александр Вертинский, вот, Владимир Высоцкий, Аркадий Гайдар. Вот такие имена. Я очень надеюсь, что и сейчас этот театр активен, и сюда часто приходят зрители. Я очень надеюсь, что на мой концерт народ тоже соберется. Такие красивые. Аквариумы. Аквариумы. О, какие большие-большие рыбы. Вот и все. Короткая такая экскурсия.